Опять всю ночь барабанил дождь. Нифига не дал выспаться как следует. Душ, баня и прачечная. Постирал одежду. Вот. Хороший магазин. Надо, наверное, будет на видео снимать все это. Ну ладно, так, батарейки. Если аккумуляторы гляну. Так, ладно. Поехали. Ну, стоянка, видите, в каком состоянии, не очень таком асфальтированном, поэтому без галош тут не обойтись. Если не хотите туфли в негодность привести, покупайте галоши высокие. Блин, как же тут объехать, не знаешь, там ямы или что. Ну, видно, фур много. Стоянка, кстати, 100 рублей. Душ 200. Туалет 20. Прачечная 200. Женщина любезно высушила. У нее специальная сушилка есть. Так что вчера сдал одежду, сегодня уже получил чистенькую. Сейчас в первую очередь будут вакцинироваться те женщины, у которых есть сопутствующие тяжелые патологии. То есть те женщины, за жизнь которых мы опасаемся во время беременности. Поэтому, конечно, я думаю, что в этом году, в этом сезоне не будет носить такой массовый характер. Но, возможно, с течением времени мы придем к той же ситуации, как и с гриппом. То есть будут действительно вакцинироваться беременные женщины. То, что касается остальных вакцин, лучше их сделать до того, как женщина забеременеет, и, в принципе, включить их в программу подготовки. Это, в общем-то, знают все терапевты, это знают гинекологи, какие вакцины порекомендовать, поэтому нужно сделать это заблаговременно. Ну и по поводу кокона иммунизации, действительно, окружение беременной женщины должно быть стимулировано, потому что должна быть и женщина защищена в период 9 месяцев беременности, и должен быть защищен малыш, который появится в этой семье, потому что в течение первого полугода у ребенка еще не будет защиты, потому что функциональный контур прививок, все первые вакцины, которые идут, они проводятся в течение первого полугода.
своей жизни, и в этот период времени у ребенка нужна защита мамы. Поэтому здесь двойная защита. Поэтому других детей в семье, папа, будущие, дедушки, бабушки, которые активно принимают участие, родственники, друзья, няни, то есть все те люди, которые будут контактировать с малышом, он малыш, конечно, не женщина, да, потому что он гинеколог, а я так, педиатр. Московское время, 4 часа, 26 минут. Это очень важно, и календарь, плюс какие-то дополнительные вакцины, которые будут полезны для самого непосредственно окружению, и будущему ребенку, и маме, они должны быть проведены за боковым. Татьяна Юрьевна, есть такое мнение, что расход бензина изрядную долю заражения в момент старта 20 литров либо бессимптомно, либо столько приносит, а то все это родители. Вроде на 3 километра. Ну, то, что касается коронавируса, просто ребенок может быть ведь не первый в семье. Средняя скорость 9 километров в час. А вдруг принесут из школы, там, из детского сада. Конечно, очень большая, дети болеют легко, болеют бессимптомно. Погода пасмурная, температура 12 градусов. Конечно, и в предыдущем году дети, которые болели тяжело, которые давали серьезные осложнения, но количество сейчас, да, увеличивается число тяжелых случаев у ребятишек, и, конечно, дети могут быть источником инфекции, в том числе и коронавируса, и любой другой инфекции, особенно дети, которые посещают организованные коллективы, детские сады, школы, там дети очень активно обмениваются инфекцией, и, соответственно, все это носят домой. Поэтому, конечно, они семьи могут страдать от детей. С чем, по вашему мнению, вы можете связать легкое течение заболевания коронавирусом у детей? Ну что, они еще не успели нацеплять сопутствующих каких-то инфекций? Нет, это возрастные особенности детей. Я думаю, что вам лучше об этом расскажут инфекционисты. Я не очень глубоко, честно скажу, в этой теме ориентируюсь, чтобы сейчас вам так все рассказать. Просто у детей есть особенности возрастные, рецепторы, которые позволяют вирусу проникать настолько легко, как и взрослые. Ну, общих человек, которые там будут. Только вчера читала статью одного экономиста, который сказал, что сейчас плотно бывает, пугают всех подряд, что нас ждет демографическая яма, что сейчас очень многие семьи откажутся от беременности именно из-за коронавирусной инфекции. У нас количество беременных изменилось вообще за 2 года. Но у нас действительно количество беременных женщин уменьшается с 2017 года. Ну это потому, что те, вот, которые родились в 90-х, они совершенно верно, просто меньше, да? То есть эта тенденция, она была отмечена уже значительно раньше, еще до того, как мы узнали свою коронавирусную инфекцию. И снижение, оно не связано с теми, с той волной демографической, которая приедет в Европу. Она ее, конечно, причина коронавируса, это военные, послевоенные времена, то есть мы и эпизоды подъема рождаемого снижения, оно у нас отмечается. Что касается именно коронавирусной инфекции, за 2020 и 2021 год мы не отметили пик какой-то резкое снижение рождаемости. Это первое связано с тем, что вернее объясняет первое, задавали вопрос, влияет ли вакцина на репродукцию, если бы она была, мы уже получили результаты, что у нас просто рождаемость резко упала. Она снижается ровно так же, как снижалась до этого все эти годы. Вообще количество женщин детородного возраста просто больше снижается. Я просто помню, у меня дочка 96-го года рождения, я помню, мы приходили с ней в поликлинику, в Гребенчиковый день, мы там были одни. Никого не было. Это раз в 5-й годы, когда детские сады закрывались. Да, или перепрофилировалось. Если поговорить о вакцинации не только беременных, а вообще всех вообще людей, можно ожидать пик вакцинации после окончания дачного сезона? Что нам в прошлом году? Вообще для душа, для бани нужно иметь свои вещи. Потому что вчера шампуни мелкой упаковки не было. Пришлось взять полноценную громадную. Ну, зачем нам нужна такая? То есть комплект для бани, для душа иметь свой. Рассчитывать, что там мыло или еще что-нибудь.
не нужно. Кстати, в началах не было. Не выстраивается очередь. Очень этому рады. У нас, конечно, в прошлом году был совершенно иной опыт, но мы рады, что в этом году получается у творческих вузов проводить все испытания очно. И мы набрали замечательных ребят. Сейчас как раз вышел приказ о зачислении, мы подводим итоги приемной кампании. Но это отдельная тема для разговоров. Нет, мы уже с ними сроднились, мы продолжаем учиться. Они и летом с нами, потому что на время вступительных экзаменов, конечно, консерватория была вся в распоряжении абитуриентов, и нужно было тоже заниматься, и нужно было готовиться к экзаменам. Но как только мы их проводили, как только закончились экзамены, к нам заниматься в консерваторию приходят те, кто уже обучаются, потому что многие готовятся к конкурсам, многие летом. Давай, командир, Колонна фор. Это не эта газета обходит. Пошла встречка, сейчас команда будет. Или вы видите?
решил на стоянке, что их нет, их уже достаточно много. Первый профессор состав консерватории. Вот. И
что тех, кого вырастили в музыкальных школах, в музыкальном училище, нужно готовить дальше, нужен вуз. И 29 забыл сказать, интернета, мегафона на стоянке нет, не было связи. Теле 2 и украинский был первый ректор, нет, первый ректор был принимал уверенно. А украинский ректор у нас был Арсений Николаевич Котельевский с 1960 по 1968. Сейчас мегафон показывает 25%. А нет, опять связь пропала. То есть связь неустойчивая у мегафона. Потому что именно благодаря Арсению Николаевичу и под его ректорством консерватория очень изменилась и внешним самостоянием, и по содержанию своей деятельности. Первые две девятка без 1 сентября 56-го, это же не было здание на Советском, же позже туда отъезжали уже. Нет, так мы сразу там. Мы говорим, что это здание архитектора Кричкова, которое было построено в 1923-24 годах, в начале 20-х. Это было здание торгового назначения, и там в прямом смысле продавали рога и копыта, в самом, что ли, есть прямой. То есть вот первый этаж, это были такие магазины с входными группами с улицы Советской прямо, а на втором-третьем этаже располагались кабинеты чиновников от торговли, которые, да, пушнина там продавалась, щи и сибирские торговые сборы, что-то такое, что экспортировали в том числе. И там были коллеги и из Китая, и из других стран, главного Востока, которые осуществляли закупки этого товара для своих стран, а со своей стороны предлагали вот какой-то вот свой товар, в общем, для этого. И что, поддерживается в военное время? Так, была структура. Потом там были другие организации, в общем, там менялись хозяева этого здания, но когда открывали консерваторию, сразу же определили это здание на Советской для него, но поскольку сначала открылись не все факультеты, не все кафедры консерваторские, конечно же, вуз постепенно рос, увеличилась численность студентов.
десятый день движения. Это женщине было даже 30, технический директор фирмы Вильгельм Зау, Герхард Шпаль, приезжал его проектировать, и настраивать, импланировка это называется, открывал этот орган. И он жив и здоров, так скажем, для своих лет достаточно сейчас. Разбирать приезжал его ученик, его преемник, тоже молодой технический директор фирмы Пикеризар, да, Томас Ланг. И Герхард Шпалик, дал ему здоровье и долгих лет. Сможет приехать впереди на открытие. Новое открытие, еще одно открытие остановлено. Но его жизнь нас привлекает, да, вот эти люди. Да, да, да. Потому что закрытие нашего ремонт, разбирать орган мы приглашали немецких мастеров. Это же фильм, это было важно, чтобы именно строители органа очень хорошо знают его специфику, механику, сами произвели все вот эти вот работы. Да, достаточно много мест для отдыха, в котором это все хранится, подписано у немецких мастеров, каждая трубочка. И, в общем, мы их ждем, конечно же, в следующем году на монтаж, на планировку и на торжественное открытие. То есть следующий год это все-таки уже будет открытие? Мы надеемся, да. Все, конечно, будет зависеть от хода ремонта самого большого зала, потому что без другого не может существовать. И вот как только ремонт будет близиться к концу, мы возобновим. Если будете прокладывать маршрут, то записывать уже ординаты, которые на видео. Будет то место, которое вам понравилось. Действительно по плану. То есть как по ледовому дворцу спорта. Навигатор вас везет. Говорит, что возникает отставание в строительстве графика, и поэтому спрашиваю и обыватель, который едет в Мегалитии. Трасса 54 в Сибири. Это я почему? Уточняю все это, потому что полагаю и очень надеюсь, что к тому же чемпионату мира большой зал консерватории сможет встретить гостей с чемпионата, чтобы продемонстрировать нашу программную мощь. Ну и один из просто хороших, надеюсь, уже не теплых концертных залов, потому что последние годы, конечно, Ну, на самом деле сроки таковы, что, пожалуй, мы еще не примем гостей чемпионата в этом зале, потому что сроки самого ремонта – это одно. И мы из него не вышли. Ну, для того, чтобы зал открыл свои двери, недостаточно того, чтобы ставить просто эту колонку в сам зал. Нам нужно оборудовать. Так, ну это тонко. Музыкальным инструментом нужно два новых рояля. Поэтому очень много, десятки миллионов рублей. А это отдельная история, это отдельное финансирование, которое планируется, и мы этим будем заниматься, и Министерство культуры Российской Федерации, наш учредитель, конечно же, об этом во всем знает и озадачен, и это отдельный процесс, не связанный с тем, что сейчас происходит. У вас еще есть документ дополнительный? Мы очень стремимся к тому, чтобы можно скорее вошел в эксплуатацию, что для нас это концертная площадка очень привлекательна, потому что сейчас наши крупные творческие коллективы, которые в отличие от малых коллективов и солистов, ну, надо полагать, в следующем году. Я закатаю в асфальт. Что бетонка это вчерашний век. Демонстрировать свою оркестровую вчерашний. Конечно, сталкиваются с рядом трудностей, связанные с тем, что они по одной площадке, то на другой. Это ряд организационных, логистических вопросов. Это порой дорожные для музыкантов, элементарно даже добираться. В общем, это все не просто с точки зрения организации, с точки зрения реализации и проведения этих программ. Поэтому мы первые, кто хотим поскорее вернуться в наш дорогой зал, разместиться там со всеми нашими инструментами, чтобы в этот
Новосибирский Республиканский Федерации, здесь у меня берегу, который находится. И директор, да, Щебенка. Любезно приняли на своей площадке. У них замечательный зал, большой зал, даже больше, чем у нас, консерватории, там 800 мест у них зрительских, большая сцена. Конечно, это не концертный зал, не акустический, но там благодаря тому, что статус университета позволяет распоряжаться своими помещениями и своими площадями учебными, таким образом они вот камеры стоят в ожидании разрешения, так скажем, от своего учредителя и включить, наверное, имели такое право предоставить им площадку абсолютно безвозмездно. И вот именно это, я очень счастлива, конечно, что своим пикингом достанет. И совершенно другое направленность. Совершенно другое направленность. Вы смотрите, идут они к вам потом, когда свой вкус. Они будут дорогими гостями у нас, учитывая, что это уже очень большой, да? Очень большой. Да, вряд ли, конечно, мы... Ну, может быть, для них привлекательны в плане размещения, но на концерты, Связи, мегафона нет. Первый этаж пациента, которая стоит в Тбилиси, она будет для них привлекательна. Так, ну, а Теле-2? Да, исторически у нас тут есть некая близость. Да. А что касается вот пребывания там как на концертной площадке, то с этим есть некоторые сложности, потому что у них все-таки это тоже помещение внутри вуза, на втором этаже. Это не первый этаж. Теле-2? Потому что вуз и... 25%. Требования безопасности, антитеррористические требования и невозможность продавать билеты на эту площадку. Теле-2 приглашать, ну, 100%. Сами Теле-2 прием уверенный. Преподаватели и студенты этого вуза, наши благодарные зрители, и мы несколько раз в год, вот уже 2 года, Теле-2 прием уверенный. Праздником каким-то, потому что для нас это возможность сказать им спасибо за то, что они нас принимают. Телефон связи нет, любитель музыки. Да. Что? Расход бензина опустился по 6,5, вроде на 44. Давайте вернемся. Средняя скорость 54. Который в конце концов уехал отсюда, снова на Украину. Да, снова на Украину. И он оставил после себя две пристройки. Одну в виде большого концертного зала. Да. И другую в виде учебного корпуса, который был, конечно, не лучшим. Так, появится уверенная связь мегафона, маршрут перестроим. Это было общежитие, в котором жили и студенты, и преподаватели, потому что все-таки первое 20-летие работы консерватории было отмечено тем, что большую часть кадров, подавляющее большинство преподавательского состава, представителей, жили приезжими. Да. Были приезжими, и да, это были украинские консерватории, как-то вот с Украины у нас сразу заладилось, да, Киев, Харьков, Львов, это были, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, тоже из Саратова музыканты были в числе первых педагогов. И им нужно было где-то жить, конечно же. И первое время, пока они не получали квартиры, они тоже жили в этом общежитии. И осталось множество воспоминаний, в том числе, когда мы сталкивались с воспоминаниями Валерии Гутина, который был заведующим кафедрой сольного пения долгие годы, директором театра нашего оперного, известный певец сибирский Владимир Михайлович Калужский выпустил в свое время книгу о нем. Так вот, его педагоги жили тоже в этой пристройке, и многие помнят, как занимались все в тапочках. Но здесь, судя по учебные классы, деревья, по зелени. Но
очень пока очень не очень приготовились. Несмотря на то, что времена далекие раньше, когда мобильный телефон и вообще средства связи заправляют очень быстро, коммуникацию налаживают там, не было никаких препятствий, достаточно было постучать в соседнюю дверь, там, спуститься на этаж. Бабочки быстро ходят, да, деньги все решали. Это в любом смысле очень было, конечно, удобно. И уютно. Но сегодня общежитие с Кротой. На Ипподромской. Ипподромская 23, да, на Ипподромской 23, 9-этажное здание. И в 80-е годы началось его строительство. Это такая большая студенческая стройка. Кстати сказать, как и строительство большого зала и вот этой самой пристройки, где было сначала общежитие, а потом это стало кабинетами для науковых занятий в учебном корпусе. Тоже сначала было деревянное здание, бывшая какая-то конюшня на заднем дворе консерватории, где совсем маленькое, на несколько комнаток было общежитие до возникновения этой пристройки. И мы летом с моей коллегой, с директором экономики Сулиной Владимировной Антиповой разбирали фотографии, где это замечательно сразу деревяшки. И как строили эту пристройку, в том числе Владимир Михайлович Калужский передал нам из своих архивов даже несколько фото, как студенты работают на этой стройке, а потом в 70-е всем миром студенческим строили это общежитие на Ипподромской. Записи эфиров наших программ вы можете ознакомиться на каналах «Вести Новосибирск», на YouTube и ВКонтакте. Не успокойте его программу, журналисты Сергей Костин. Пишите за внимание. Будьте здоровы. Радио России, Новосибирск. Новое время, новые возможности. Главные события региона. Прямая связь с представителями власти, общественными деятелями и экспертами. Острые социальные темы и конфликты. История и люди Новосибирской области. По будням. 11 и 19 часов. Перестроил маршрут. Время общаться. Не забудем, не простим, комментировал верховный главнокомандующий.
командующий США, смерть 13 своих солдат. По заявлениям Байдена, казалось, кара будет жестокой, но наносить удар возмездия Пентагон отправил всего один беспилотник. Двоих боевиков он убил, еще одного ранил. Насколько эти потери чувствительны для ИГИЛ, пытали журналисты официального представителя Минобороны. Не стану говорить, какие возможности могло потерять исламское государство в результате этого удара. Они потеряли организатора и помощника, среди раненых. Факт того, что этих двоих больше нет на свете, это хорошо. Хорошо для народа Афганистана и военных США в этом районе. Сегодня президент, сообщил его пресс-секретарь, наделил Пентагон всеми полномочиями для уничтожения боевиков ИГИЛ. Встречи по Афганистану в подвале Белого дома в так называемой ситуационной комнате стали ежедневными. Ежедневно Байдену докладывают о том, что риск новых терактов чрезвычайно высок. США вынуждены полагаться на Талибан, который контролирует внешний периметр аэропорта. И жизнь американцев зависит от боевиков группировки. Глава Пентагона не появлялся на публике уже несколько дней. 13 солдат за один день. Таких потерь у Пентагона не было 10 лет. Но в отставку никто не отправлен и добровольно никто не ушел. Белый дом все понятно. Задержат к 31 августа. 5 с лишним тысяч солдат, которые перебросили в страну, прикрывать подход, скоро тоже начнут. Чем дальше от Москвы? Солдаты уже прекратили охрану своего посольства в Афганистане. Дипмиссия перенесена в аэропорт Кабуя, и что с ней будет после того, как Пентагон выведет войска, непонятно. Временный полет от Москвы заявил, что уже 71 принял решение о работе посольства после 31 августа. В отличие от американских военных, американских дипломатов талибы хотели бы видеть в Афганистане и попросили Госдепартамент не уходить. Вашингтон до сих пор и самым главным не определился, как дальше быть с Талибаном. Афганистан уже под контролем движения в статусе признания или не признания новой власти. Я не понял, что наши ВКР посольство из Афганистана. Американцев в стране после 31 августа. На вывод войск, эвакуацию своих граждан и афганцев, которые работали на США, у штатов всего 3 дня. Времени нет, как нет и у оставшихся, возможности подобраться к аэропорту. На дорогах слишком опасно, и посольство США в очередной раз просит своих граждан держаться подальше от воздушной гавани. Американцев, застрявших в Афганистане, это все еще сотни человек. Госдепартамент успокаивает по телефону. Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что с каждым из соотечественников дипломаты на связи. А вот афганцев, которые работали на американцев, обзванивать некому. Их слишком много. По оценкам Нью-Йорк Таймс, 250 тысяч человек должны покинуть страну, чтобы не попасть в руки к талибам. И очевидно, что за 3 дня вывести всех – это просто невыполнимая миссия. Денис Давыдов, вести из Соединенных Штатов. Новый учебный год, российские школы начнут в обычном формате, все они готовы к первой образовательных заведениях были усилены антиковидные меры, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на традиционном общероссийском родительском собрании. Его участников интересовали различные вопросы, расписание, экзамены, капитальный ремонт школ и их оснащение. Предварительно обсудили организацию горячего питания, министр сообщил, что в этом году бюджет значительно увеличен. Проект этот в следующем учебном году будет по бесплатному горячему питанию, завтракам для начальных классов. На 4 миллиарда больше рублей выделено в связи с демографическим ростом. У нас выше пойдет первоклашек в этом учебном году. Конечно, хочется больше родителей, чтобы и основная школа, и старшая школа. Но какое трогательное название. Бюджетных возможностей региона, где-то это получается, где-то пока нет. Но очень важно закрепить и дать возможности, чтобы было действительно бесплатное горячее питание учащимся младших классов. Идет формирование организма, это очень важный период, поэтому важное сбалансированное питание – это наш приоритет. Власти Объединенных Арабских Эмиратов начнут с понедельника выдачу туристических виз иностранцам из всех стран, привитым от коронавируса, вакцинами, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается, что решение властей охватывает в том числе и граждан тех стран, с территории которых был ранее запрещен. На данный момент ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцины Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac и Sinopharm. Студии телевидения.
весь сброд собирает, блин. Нужна отборная. Собирает, блин. Нужна отборная. Отбирает нужно лучше. Весь сброд собирается, блин. Объявила о переходе полузащитника Митюлана Андерса Драйера. Контракт 23-летнего датского футболиста с казанским клубом рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составила чуть более 7 миллионов евро. Команда России все Швейцария. Матч чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Основное время встречи завершилось 4 пенальти. Россияне были точнее 5-4. В финале на сборной Японии, которая в субботу победила Сенегал со счетом 5-2. Встреча состоится в воскресенье в 19:30 по московскому времени. Велограм. Это победитель. Все, Рафаэль пропадает. Рассел из Уильямса, третьим лидер сезона выиграл. Российский Никита Мазепин, представляющий КАС, стал последним. Питерский КАС, «Авангард» со счетом 3-2 в матче предсезонного турнира имени Николая Кучкова. Автором победной шайбы на третьей минуте овертайма стал нападающий армейцев «Тактас». Также по поводу доска забили Фредерик Хендемарк и Йонас Кемпайнер. «Авангард» потратил Алексей Переглазов и Наилу. Чеховские медведи стали восьмикратными обладателями Суперкубка России по гандболу, Встреча завершилась со счетом 42-23. Матч Суперкубка России по гандболу Суперкубка команд проводится с 2014 года и неизменно обладателем трофея становились чеховские медведи. Это осталось все. Прогнозы на 29-е. В Челябинске сутки будет плюс 17 градусов без осадков. Так сегодня 29-е, что ли? Местами сильные дожди, днем плюс 17. Петрозаводске плюс 18 без осадков. В Калининграде плюс 20 дожди. Сегодня будет плюс 33 без осадков. Петербурге воскресенье. Завтра или послезавтра? 19 градусов. В Москве сегодня синоптики обещают облачно. Ну, малыши первые.
если не хотите потерять хорошую обувь. Вот еще стоит коробка с правой стороны серая. Вроде бы работающие. Муляжи стоят много. Муляжи. А куда? Я иду. Пределах 90 километров. Сейчас пойдут. Идет колонна, и видно, как пошли на обгон. Один, второй, третий, четвертый, пятый.